Испанская таможня изъяла у одного из авиапассажиров незадекларированный рисунок Пикассо «Три персонажа» стоимостью более 450 тысяч евро. Мужчина, который прилетел на Ибицу рейсом из Тюриха, утверждал, что это копия, и даже представил рукописную квитанцию о ее покупке на 1500 швейцарских франков. При обыске в его багаже нашли еще одну настоящую квитанцию на 450 тысяч.